Аня, мы снимать-то будем видео? А, да. Я сейчас посчитаю, сколько способов получить скидку в крошке Антошки, я знаю. Прийти за покупками в будний день с 10 до 12. Отправить в понедельник бабушку или дедушку с пенсионным удостоверением. Следить за акциями месяца. Принести сломанную или ненужную игрушку. Сделать покупку в день рождения ребенка. Или просто написать отзыв в Инстаграм с хэштегом «Отзыв крошка Антошка».